«Учитель, перед именем Твоим позволь смиренно преклонить колени». Каждый из нас прекрасно помнит своих школьных учителей. Столько теплых воспоминаний о людях, которые с любовью и преданностью выполняют свою работу. Много лет Зима Джуева работает в 5-й школе и с гордостью рассказывает об этом. «Моя цель – не только обучить детей своему предмету, но и любить родной язык». По окончании университета Зема Мухтаровна решила посвятить свою жизнь обучению детей. Махи фандума гасканал дирр вестуйнау шкуламама махи охорганагима охорганчатимер вест практикойшеттан ма родетун кусено шкула иннер сарайтен фсарме кутун махи охорганчатима кусен амаю нан перемино куди вади учтис кая маша машаскуб накашди коридор юлаветтан ама мастай нахи охорганаг бокутов чохот. Зима Джуева особое внимание уделяет патриотическому воспитанию детей. Она уверена, что язык – это ключ к культуре и идентичности народа. Кроме того, она часто устраивает мероприятия, чтобы погрузить учеников в остинскую культуру. Бира ост факустун немецкий охорганагай, немецкий высочий охорганагай, фала гогоган фастогма на одам английского языка мохостастама. Немецкого языка не чул роком то, а мы видел группу та, хкадерше даста. Свеллетте, мы магаска олраста чудар, мхозат даста. Роздар, каше свеллетти мы костун, а у бетозе вудун бираш, хоздару даста, кана бира взардару даста, мы бузаганна, мы магаска олраста чудар свеллетте, мхозун даста. Коллеги отзываются о ней как о профессионале и ответственном работнике. Дюд зима мухторическ кусе фензе мостепкок скулае мин фаросаде эстойт бермозайрме. Эртен фаростозе. Ама зимойт хай бире гененис. Ма нахас генем маджурем. Фала ма фензе зэгэн кэд охор генек. Кэд адаймаг уютен хурс адаймаг. Ви у ирону взагаме литература и охор генек. Ама отчасте качасту и кусен и школае. Ви уче асте митег ви я зонен джинет тахалор кене севеллеттен. Гали готых сендару тен хурзада имаг. Каци ил гене нис мазагай лак бовен чини. Халор зарда я кусе. Ворзе. Я уроктел ворзен кене иронов зак. Ама инвайлен чилдар патриотикон уровенел. Патриотикон культурон уровенелен вайен байдайн. Зима Джуева – яркий пример, что один человек может внести значимый вклад в сохранение родного языка и культуры. Лена Газаева, Азамат Кудзиев, информационный выпуск «Сегодня».